Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру «Вперед на зомби-войну». Ну что же, давайте приступим. Так, нам нужно, естественно, брать преимущество. Сейчас я буду выставлять вот этого мужичка. Так, погнал, родной, погнал. Он у нас с каким-то молотком, поэтому быстро с ними разбирается. Тем более он у меня хорошо прокачан. Так, гренадир, давай гранату. Отлично, хорошо сработал, умница. Ну что же, пока вроде бы держимся. И довольно неплохо. Так, я не знаю, сейчас должны побежать, в принципе, уродцы. Надо будет их запалить. Вот они бегут. Поджигаем, отлично. Ну давай, полицейский, стреляй. Как никогда раньше не стрелял. Четко, все, зашибись. Так, давайте-ка мы вот так сделаем, чтобы ускориться маленько и укрепиться. Куда ты побежал, родной мой? У меня пулеметчик есть, это очень хорошо, он нам пригодится. Да что ж ты стоишь, бей давай, пожарник. Вот здесь, по-моему, пора применять. Нет, подождите секунду. Вот так мы сделаем. Все, начинаем бомбить баррикаду. Ну и что ты там встал? Так, вот здесь вот. Ой-ой-ой-ой, плохо. Плохо очень, все. Горите все. Так. Ну что же, ребята, я могу вам сказать уже, что победа за нами. Гренадир сейчас должен разбить эту баррикаду. И мы пройдем с вами на 3 звезды этот уровень. Ну, отлично, все, я нас поздравляю. И мы проходим 106-ю миссию. На ура. Да, получаем бонусы. Первые 3 звезды. Поехали. Ну что же, деньги мы получили. И у нас с вами следующая миссия. Какую мы выберем, пока не знаю. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Да, еще много чего не пройдено, конечно. Но большую часть мы все-таки прошли. Ну что ж, давайте попробуем, наверное. Нет, 99-ю я не буду. Пробовал уже. Испытания тоже не хочу. 110, нет. Давайте-ка, наверное, вот эту 107-ю миссию попробуем пройти на 3 звезды. Если пройдем, будет очень хорошо. И здесь у нас зомби-телепаты, которые отталкивают нас своими волнами. Хорошо. Главное мне сейчас дождаться. Вот он, гренадирчик мой родной. Заберем. Так. Нет, давайте с гренадира все-таки начнем. Пускай он идет, сейчас бросим туда гранату им. Разбавим, так сказать. Шикарно. Так, далеко собрались-то, а? Хламоны. Вот этот чувачок с молоточком, конечно, мне очень-очень нравится. Он довольно крепкий, сильный. Поэтому я считаю, что неплохо, что я его раскачал по максимуму. Бегут. Давайте поджигать их. Этих бегунцов. Они нам здесь не нужны. Как видите, у меня в команде находится полицейский с дробовиком. Он нужен здесь для того, чтобы уничтожать вот этих вот гипнотизеров, которые отталкивают. Он их очень хорошо бомбит. Так что здесь он нам пригодится. А вот это вот зря, зря эти бегунцы бегут. Так, тихо. Ёлки, пробивается. Да давай ты, полицейский, строчи. Ё-моё, что там тупишь-то? Ну, вроде бы как обошлось. Мы отбили волну, по крайней мере, от своего автобуса. Но они все равно прут. А вот бегуны, надо их сжигать в обязательном порядке. Вот плохо, что этот солдат у меня боится огня. Но зато он неплохо отталкивает. И смотрите, как он просто сквозь толпучку пробивается. Безоборимо на один удар. Так, у меня есть пулеметчик. Давайте-ка его вот так вот сделаем. Отлично. У нас есть все шансы пройти на 3 звезды, ребята. Вот единственное, что вот эти вот уроды, они постоянно встают в касках. Ты их убиваешь, они опять встают. Ты убиваешь, они встают. Я бегуны. Блин, не хочу сжигать своих солдат. Давайте вот так вот делаем. Горите, гады. Ну что же, все, ребята, 107-я миссия у нас пройдена на 3 звезды. Я нас поздравляю, и мы продвигаемся. Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. И сегодня вышло у нас обновление «Вперед, зомби-война». Доступен 7-й уровень. Ни разу еще там не был, но охота посмотреть. Давайте заберем все эти бафы. Ух ты, у меня 4 фишки. Давайте-ка быстренько с вами их используем.
100 монет. Ну, довольно неплохо. Пригодятся нам деньги. Деньги вообще здесь всегда нужны. Так, отлично. Что еще дадут нам? Еще 100 монет. Ну, почему не 500, а? Ладно, крутим дальше. Оу, две фишки. Что ж, неплохо, я считаю. И... ну-ну-ну-ну-ну. 250 монет. Отлично. Лучше не придумаешь. Так, и... ну, вот это, конечно. А что дадут? Радио, блин, фигово. Очень фигово. Ну что же, хорошо. Так, подождите, у меня еще одна фишка откуда-то взялась. Не могу понять, откуда. Оп, и еще две. Может, мы так будем вечно с вами, а? Одну тратить на бонус, а вторую чисто на фишки. Нет, не прокатило. И опять нам достается это радио. На удачу плюс один. Никчемное. О, и это тоже фигово. Энергетик. Это, ребята, что-то новенькое. Такого раньше не было. Все, вроде бы мы здесь закончили. Давайте тогда заберем все бонусы. Так, ну, в общем-то и все. Смотрите-ка, Корнферм. Цель ивента — убить как можно больше бандитов, получить единовременную награду за каждый уровень баррикады. Следующий ивент начнется через один день, 14 часов. Такого раньше тоже не было у нас, по крайней мере. Я не помню. Но жалко, мы сейчас не сможем с вами это посмотреть. Но зато мы сможем зайти на уровень 7 и начать его. Миссия 114 сложно. Сразу начинается со сложного. Тратим две горючки. Ёлки-палки, это что такое? Очень сильный зомби. После смерти разрывается на несколько зомби. Ого. Так, ну что же, я даже не знаю, что делать. Давайте для начала мы просто с вами попробуем поиграть, посмотреть, что тут вообще происходит. Так сказать, прощупаем обстановочку. Так, гренадир пошел. Сейчас мы гранатку туда залепим и посмотрим, какой будет эффект. Что-то никакого эффекта я пока не увидел, потому что я промазал. Ой, погиб. Ладно. Ё-моё, вы посмотрите, это гнилорукие идут. Ну-ка, как у нас здесь себя чувствует полицейский? Ты будешь стрелять или нет? Слушайте, довольно неплохо он стреляет, но не забывайте, что они еще... О, да ладно, вы прикалываетесь, что ли? Вы посмотрите, кого вызвали. Смертников, блин. Зашибись. Вот зачем я это сейчас сделал, а? Ладно, давайте кинем гранату. Черт бы их побрал. Блин, не надо было мне тратить бонусы. Мы же просто с вами как бы сейчас смотрим. Они бы мне пригодились потом, когда я узнал бы, как здесь вообще играть, какую тактику нужно применять. Так, ну-ка давайте добиваем. Ага, смотрите, он взрывается, и из него вылазят вот эти вот три гнилых трупака. Ну, они, как видите, ватные. Полицейский просто с ними расправляется на ура. Так, лежать. Сейчас мы туда им гранатку-то забросим. Да, они ватные, он сам по себе. Да ладно, опять камикадзе бегут. Оу. Вот это проблема на самом деле. И очень большая для меня. Потому что кого бы я ни вызвал, эти камикадзики будут их в первую очередь убивать. Мне даже жалко, честно говоря, крепких юнитов для этого вызывать-то, а? Давайте гасить этого полицейского. Сейчас опять. Ё-моё, а помимо того, что он еще взрывается, вы видели, он убивает моего солдата. Черт побери, вот они усложнили-то, а? Ладно, давайте будем брать преимущество. Фиг его знает, может быть, мы с вами сейчас и пройдем, потому что довольно как-то неплохо идем. И урон по нашему автобусу еще не был нанесен. Самое хреновое здесь это ками... О, вот они. Про кого я сейчас только что хотел сказать? Про камикадз. Все, полицейского убили, этого убили. Блин, мне этот шокер, в принципе, здесь не нужен. Вот в этой пачке. Я приблизительно уже понял, кто здесь будет хорошо играть. Ну уж точно не полицейский с шокером. Но смотрите, у меня уже браток дошел. Ага, дошел. 11 секунд осталось до зомби-волны. Не успеем, не успеем, ребятушки, мы с вами пройти. Но в следующий, наверное, раз я попробую как-то улучшить. Да, здесь, естественно, мы погибнем. Ай-яй-яй-яй-яй.
Все бы ничего, если бы не камикадзе. Еще раз повторю. Ладно, давайте попробуем еще разок с вами пройти. Надо мне заменить мою команду. И сейчас мы это сделаем. Так, надо мне, наверное, брать, который бежит, и как можно скорее пробить, короче, ворота. Для этой миссии нам очень даже сгодится, наверное, резчик. Давайте вот так его укрепим маленько. Так, все. Это он у меня только какого? 4 уровня. Ну давайте, насколько хватит у нас, прокачаем его. Так, ты пойдешь у меня вместо Молотова. Все, теперь прокачиваем. Это будет у него 5 левел. 6. Даже на 7 нам хватает. Единственное, что обидно, по плюс одному дают. Все, больше у нас, по-моему, не хватает ничего. Ладно, оставляем его здесь. Полицейский, пожарник, кэп и гренадир. В общем, должна быть у нас такая хорошая команда получиться. Хотя, погоди. Вот этого паренька, он здесь не нужен. Он сгорает у меня. Давайте мы поставим, наверное, бочку. Да. Ну что ж, поехали. 114-я миссия, сложно. Действительно сложно. Как говорится, как ни крути, блин. Давайте брать преимущество. Так, давай, копись быстрее. Так, гренадирушка готов у меня. Эти уже поперли. Отлично. Бросаем гранату. Горят? Горят потихоньку, хорошо. Вот пожарник здесь как раз будет у нас кстати. Ему пофиг на огонь. Ну зато он еле-еле бьет, а. Все, нормально. Так, у нас сейчас полицейский должен здесь немножечко зачистить. Кэпа надо вызывать. Сейчас кэп будет тут так жарить, что... Ай, камикадзе! Да... Ну, отлично. Прямо в бочку он врезался, а первого убил у меня полицейский. Потому что он когда стреляет, у него патроны летят до самого конца экрана. Смотрите, как кэп жарит, а? Мне нравится, как он стреляет. Не зря я его прокачивал. Так, давайте бросаем. Погодите, вот так гранату. Ну что же, в принципе, я могу сказать, довольно неплохо. Сейчас, наверное, опять выйдет камикадзе. Если что, у нас есть пулеметчик. Оу, блин, сейчас этот трупак оживет. И будет у нас зомби-полицейский. Давайте вот так сделаем. Да ладно, не вовремя. А, все, смотрите, как шикарно получилось. Они врезались в бочку. А вот для этих целей я сюда вызывал резчика. Так. Ну что, пока вроде неплохо. Блин, почему? А, бочку не выкинул. Вот, теперь будет хорошо. Она, по крайней мере, прикроет, если побегут камикадзе. Давай. Есть, есть, ребята. И 114-я миссия у нас пройдена на 3 звезды. Слушайте, я думаю, что это неплохое начало. Получаем бонусы. Да, первые 3 звезды. Отлично. Ну что ж, я думаю, что вам интересно так же, как и мне, посмотреть, что там будет за следующая миссия. Давайте-ка глянем ее. Ох ты, неплохо. И все это надо за горючку открывать. Ладно. У меня ее вроде бы пока хватает. Ну, я вам скажу одно, ребята. Чтобы познать вообще все прелести этой игры, нужно не один раз пройти уровень, разные комбинации сделать. Ну, сегодня у нас, так сказать, обзор. Обычный зомби может оглушить противника. Обычно он слабый и медленный. Ну, хоть в этом какая-то радость. Давайте посмотрим, что здесь у нас будет. Да ладно! Медленный, вы говорите, блин? Бежит со всех ног. И причем он может оглушать. Так. Черт подери, но зато он крепкий, гаденыш. Они хоть горят у меня. Так, быстрый зомби может оглушить противника. Ага, это вот бегун, по ходу дела, быстрый зомби. Ну, полицейский, давай стреляй. Оу, нет, только не вот эти вот. Ёлки-палки, ребят, синие.
И причем сразу, а на них ничего не действует. И они, естественно, уничтожают просто мой автобус за считанные секунды. Обалдеть. Давайте-ка еще раз одну попыточку, ребята, сделаем. Потому что это просто, просто жесткач. У меня других слов нету. Я, походу, здесь и солью весь бензин. Да, поменял тоже на свою голову. Шокер здесь однозначно не котируется. Честно говоря, я даже не знаю, кого здесь взять. Потому что вот эти вот бегуны, которые выбегают синие, они сразу же бегут к автобусу. Их никак не остановить. Вот они опять бегут. Я что бы тут ни ставил, бочки, херочки, они все равно... А нет, смотрите-ка, как-то прокатило. А, видимо, они взорвали бочку. Но, поверьте мне, это единичный случай, чтоб так фартануло. И будут они бежать здесь постоянно. Ну, Кэп, ну пожалуйста, ну что ты делаешь-то? Да, медленные называется. Но крепкие салаги, а? Синемордые. Блин, даже давайте так попробуем сейчас. Оу, как же не... Ну, бочку обижали просто-напросто ее, да и все. Как говорится, нафиг она нам нужна. И побежали себе дальше. Короче, ребята, здесь основная цель и главный наш противник — это бегущий синий зомби. Ладно, давайте еще разок. Ну, давайте начнем. Что это такое, а? Ёлки ты палки, ребят, я потратил энергетик, я не знал, что это делает ускоренный откат для моих юнитов и для бочек и, в общем, тому подобное. Теперь я буду знать, но, к сожалению, потратил. Ну вот как вот здесь вот можно играть? Ну вот, вы посмотрите, даже мой прокачанный этот солдафон ничего сделать здесь не может. Один зомбарь какой-то уничтожил автобус, блин. Так, ладно, давайте еще разок. У меня уже терпения просто не хватает на это все. Я уже не знаю, какую тактику здесь подобрать. Вот, начинает с бегунца. Ладно, вот этого мы, например, перехватим. Давайте вот так попробуем. Ладно, сделали одного. Второго. И тут он падает, ё-моё. Ладно, ребята, на этом я, наверное, буду завершать этот видосик. Это у нас был показательный, как говорится, обнова. Потом мы со всем этим будем, конечно же, разбираться, проходить, пытаться, по крайней мере, пройти. Ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр и увидимся уже с вами в новых свежих сериях. Посмотрите, что они делают, да? Просто уничтожают. Ладно, всем удачи и до новых видосиков, ребята. Всем пока.